Експериментуй разом з Taft. Такой шанс выпадает реально один раз в жизни. Хочу приложить максимум усилий, чтобы люди услышали и увидели мой потенциал. Ингрид настоящая, поэтому ее очень любят люди, поэтому они дали ей шанс пройти дальше, я с ними солидарен. Что ты чувствуешь? Хочется плакать. Для меня предыдущий эфир был в 100 раз сложнее, чем первый прямой эфир. У меня поднялась температура, я заболела. Я не знал до последнего, она скрывала от меня. Что такое? Ну, что ты сделаешь на конце? Вышла спела вообще. Ты вообще собралась быть? Я ей рассказываю, ее критикую, а смотрю на нее, у нее глаза красные, потому что она болеет, у нее температура. Потом я узнаю от других людей о том, что она скрывает свои переживания. Пою сейчас для своего отца. 2 месяца назад его призвали, и он пошел на войну. Было, на самом деле, невероятно сложно осознавать то, что папа на Востоке, и там все еще гибнут люди. Ну, это сложно было слышать. Я просто закрыла уши, но все равно расплакалась на сцене. Потом такой идет счет. 1, 2, 3, и это. Я должна работать и улыбаться. Это для меня было испытание. После предыдущего эфира папе разрешили приехать на финал, и ему дали отпуск. Я безумно его жду и хочу увидеть. Это для меня будет огромной поддержкой. У меня есть сила света. Даже сквозь телевизоры люди это почувствовали. Обаятельная, харизматичная. Ингрид – такой выбух, нестандарт в усем. У меня очень сильные соперники. Но я хочу все-таки в первую очередь доказать для себя, что я могу больше. Я буду идти до конца, буду бороться до конца, потому что я чувствую колоссальную поддержку людей, которые болеют за меня. Ингрид Костенко. Thank you.
Ось так пісні заспівані народом співає молодь. Браво, Інгрид. Олексію всю пісню дивився на неї, як батько дивиться на свою дитину. Стільки любові і тепла в цьому погляді. Олексій. Ви знаєте, якщо б у мене були волоси на голові, вони б стали дибом. Я так переживав вже за кожне движення, за кожну нотку. Інгрид, ти волшебний чоловічок. Ти волшебна. Ти волшебна певиця. Я... Іди сюди, нічого не треба говорити. Гей. Голосуйте за Ингрид Костенко! Вот и все, что я хочу сказать. Ну, я тобой горжусь, ты умница. Спонсор показу – компания «Нова Будова». Счастливі люди живуть в ЖК «Щасливим».